Говорит Черкесск. В эфире Вести, радио Карачаево-Черкесия. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, в студии Руфина Ковалева. Коротко об основных событиях. В республике стартовала кампания по приемке образовательных учреждений. В Карачаевском районе в рамках нацпроекта «Экология» завершились работы по рекультивации хвостохранилища Эльбрусского свинцово-цинкового рудника. На курорте Архыз в Ателегорная Роза при содействии Минкультуры Карачаева-Черкесии открылась благотворительная арт-выставка современного традиционного искусства и диджитал-арт. В республике стартовала кампания по приемке детских садов, школ, организации дополнительного образования детей и колледжей. Межведомственная комиссия Минобразования проверяет соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям к помещениям, антитеррористической защищенности, обеспечена ли безопасность передвижения детей по дороге в школу, есть ли в наличии необходимые учебные пособия и готов ли педагогический коллектив к началу нового учебного года. В 23 школах Карачаева-Черкесии продолжаются масштабные преобразования по комплексной федеральной программе капремонта школ. К 1 сентября текущего года в 18 школах завершатся мероприятия по капитальному ремонту. Кроме того, 1 сентября откроется новая школа на 165 мест в ауле Гирильдюк Усть-Джигутинского района. К работе приемочных комиссий во всех 12 муниципальных образованиях республики привлечены представители регионального штаба родительского контроля. В Карачаево-Черкесии продолжается модернизация первичного звена здравоохранения, инициированная президентом Российской Федерации. В рамках данной программы в станице Преградной Урупского района стартует строительство врачебной амбулатории на 240 посещений в смену. Она будет оборудована в соответствии с современными стандартами и оснащена новейшей техникой для диагностики, чтобы специалисты могли на ранних стадиях выявлять опасные патологии. Врачебная амбулатория в Преградной – это один из 5 объектов здравоохранения, на которых ведутся работы в населенных пунктах Карачаева-Черкесии в этом году. Наряду с этим стартовало строительство врачебной амбулатории в поселке Октябрьском, ФАПа в ауле Верхний Учкулан, а также капремонт Малокарачаевской районной больницы и Тибердинской участковой больницы. Всего за последние годы в Карачаево-Черкесии введено в эксплуатацию более 40 объектов здравоохранения. Мэрия Черкесска объявила в республиканской столице конкурс на лучшее оформление фасадов зданий и прилегающих к ним территорий. Он приурочен к столетию республики, и принять участие в нем могут любые предприятия города, работающие в сфере торговли, общественного питания или бытового обслуживания населения. Правила просты. Необходимо зарегистрироваться на сайте «Активный горожанин», загрузить в раздел «Конкурс» фотографии объекта до и после оформления здания или прилегающей территории, а также заполнить небольшую анкету. Продлится конкурс до 20 августа включительно, комментирует информацию начальник отдела по связям со СМИ мэрии Черкесска Армида Найманова. Все открыто, честно. Мы специально сделали так, чтобы проект-победитель выбирали именно жители и гости нашего города, чтобы все видели, как меняются эти здания и территории. Тот проект, который наберет большее количество лайков, он и станет победителем или призером конкурса. Призовых мест 3. Первое место – это 100 тысяч, второе место – 70 тысяч и третье место – это 50 тысяч рублей. В Карачаевском районе в рамках нацпроекта «Экология» завершились работы по рекультивации хвостохранилища Эльбрусского свинцово-цинкового рудника. Накопленные за десятилетия отходы рудника ранее представляли собой источник загрязнения окружающей среды и питьевых вод. Последним этапом здесь посадили луговые травы и обустроили водоотводные канавы. Проведенные мероприятия по ликвидации объекта накопленного вреда окружающей среде позволили вернуть в хозяйственный оборот порядка 6 гектаров земель и улучшить качество жизни для более чем 26 тысяч человек. Рекультивированные участки планируется использовать для сенокоса и под выпас скота. Порядка 300 молодых людей воспользовались образовательной платформой «Про знания КЧР».
направленные на повышение качества знаний в востребованных для жителей региона сферах. Образовательная платформа «Про знания КЧР» – проект Министерства по делам молодежи, целью которого является создание доступной онлайн-среды для обучения актуальным навыкам. Данный проект дает возможность для получения удаленного образования в выбранной сфере, сообщил советник министра по делам молодежи Республики Расип Папшов. Это бесплатная образовательная площадка, на которой каждый человек может зайти, зарегистрироваться и проходить те или иные курсы по важным, по его мнению, направлениям, будь то это программирование, будь то это дизайн и так далее, и развиваться в этом ключе. То есть человек может быть студентом, но получать важные для себя практические навыки, которые он уже может использовать как инструмент для продвижения себя. Мошенники выманили у пенсионера из Черкесска 800 тысяч рублей на решение проблем его дочери, якобы совершившей ДТП. 85-летний местный житель рассказал в полиции, что ему на домашний номер телефона позвонил неизвестный и сообщил, что его дочь попала в серьезное ДТП, в связи с чем нужны денежные средства в размере 250 тысяч рублей для операции пострадавшей стороне. Пожилой человек, испугавшись за судьбу дочери, согласился на передачу денег и сообщил свой адрес проживания. Далее в назначенное время жена пострадавшего передала 250 тысяч рублей неизвестному, который приехал за деньгами. Несколькими часами позже мошенники, поняв, что пенсионер не распознал обман, в течение нескольких часов под различными предлогами, связанными с ДТП, вынудили передать им денежные средства в размере 250 тысяч рублей и 300 тысяч. Общая сумма ущерба, причиненная заявителю, составила 800 тысяч рублей. Полиция разбирается в обстоятельствах совершенного преступления, принимаются меры по установлению и задержанию злоумышленников. И еще один случай мошенничества выявлен в Черкесске. В полицию обратилась 68-летняя пенсионерка, проживающая в Усть-Джигуте. Она пояснила, что ей на мобильный телефон позвонил неизвестный, который представился следователем, и пояснил, что участник террористических действий, который находится на учете правоохранителей, оформил на нее кредит в одном из банков Черкесска и пригласил проехать в республиканскую столицу для получения данного кредита и последующей установки запрета на дальнейшее получение кредита третьим лицом по доверенности. Пожилая женщина, находясь в шоковом состоянии, оформила кредит и по указанию мошенника перевела денежные средства на указанный им номер банковского счета. В Черкесске активно применяется система «Безопасный город», которая ежедневно обеспечивает безопасность и правопорядок на улицах и всех дворах региональной столицы, позволяя сотрудникам полиции оперативно реагировать на происшествия. Комментирует информацию заместитель начальника отдела уголовного розыска отдела МВД России по городу Черкесску Мурат Муков. В настоящее время на территории города Черкесска установлено 220 камер, выведенных в единую систему «Безопасный город». При установке камер основной акцент сделан на места массового скопления граждан. При совершении каких-либо преступлений либо правонарушений сотрудники полиции просматривают камеры системы «Безопасный город» с целью установления обстоятельств произошедшего, установлению лиц, причастных к совершению правонарушений либо преступлений. Камеры системы «Безопасный город» выведены в дежурную часть отдела МВД России по городу Черкесску. Из 220 камер большая часть проводит съемку стационарно, остальные камеры – поворотные. Благодаря тому, что данная система «Безопасный город» сохраняет запись длительное время, то это позволяет выявлять и раскрывать преступления и правонарушения, совершенные ранее. С 1 сентября текущего года начнет действовать дачная амнистия 2.0. Законопроект был разработан при участии Росреестра и направлен на дальнейшее создание для граждан комфортных условий для регистрации прав на свою недвижимость. О нюансах дачной амнистии моему коллеге Умару Текееву рассказала исполняющая обязанности начальника отдела государственной регистрации недвижимости Управления Росреестра по Карачаево-Черкесии Тамара Казбекова. Планируется дачная амнистия, она рассмотрена Госдумой в третьем чтении, называется «Дачная амнистия 2.0», и ею будут внесены изменения в отдельные законодательные акты Российской Федерации. Этот законопроект будет разработан при участии Росреестра, направлен на дальнейшее создание для граждан комфортных условий для регистрации прав на свою недвижимость. Безусловно, будут и изменения, которые затронут уже действующую дачную амнистию. То есть закон позволит решить проблему, когда
когда люди не в силах легализовать и оформить свое жилье, построенное еще в советский период. Ну, право собственности гражданин сможет подтвердить даже при отсутствии у него на руках правоустанавливающих документов. То есть такие дома могут числиться учтенными в старых документах, в совхозных, колхозных учетах, в хозяйственных книгах, в бывших поселковых советах и также в органах БТИ. На сегодняшний день, конечно, этого недостаточно, чтобы зарегистрировать право в несудебном порядке, но с принятием этого законопроекта это значительно позволит упростить гражданам оформление. Благодаря нацпроекту «Демография» по всей России сейчас проходит обучение граждан востребованным профессиям за счет федерального бюджета. В СКФО этим занимается Северокавказский институт-филиал РАНГГИС. Обучение там могут пройти граждане в возрасте 50 лет и старше, граждане предпенсионного возраста, женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 3 лет, женщины, не состоящие в трудовых отношениях и имеющие детей дошкольного возраста в возрасте до 7 лет включительно. Повысить квалификацию или пройти профессиональную переподготовку можно по нескольким направлениям. Об этом сообщил директор Северокавказского института филиала РАНГГИС Азамат Лисов. В Карачаево-Черкесии в рамках нашей квоты повышения квалификации и переподготовку могут пройти 200 жителей республики. Самые разные программы – это и кадровый аудит, это и оценка недвижимости, это и программы, связанные с управленческими компетенциями и так далее. Поэтому спектр очень обширный, и я уверен, что те программы, которые реализует президентская академия, позволят нашим гражданам улучшить свое положение и в организации, и найти новую работу в случае такой необходимости. Торжества по случаю Дня культуры народа Абаза состоялись в Черкесске в минувшую субботу. Праздничная программа была организована в Парке культуры и отдыха «Зеленый остров». Для гостей праздника была развернута экспозиция традиционных ремесел и кухни «Абазин», оформлен абазинский дом и волонтерская площадка для детей и молодежи. Вечером в амфитеатре парка прошел концерт и праздничный салют. На курорте Архыз в отеле «Горная роза» при содействии Министерства культуры Карачаево-Черкесии открылась благотворительная арт-выставка современного и традиционного искусства и диджитал-арт. Это образовательный проект студентов МГИМО, МГУ, Высшей школы экономики, РЭУ имени Плеханова из Карачаево-Черкесии. На базе фестиваля проходит арт-выставка художников Северокавказского федерального округа. Помимо этого, в рамках фестиваля проходят такие мероприятия, как мастер-классы по разным творческим направлениям, кулинарии и танцам, экскурсии по Архызу, киновечера, а также лектории, на которых выступают спикеры из различных областей и освещают интересные темы – течение современного искусства, модную индустрию, фотоискусство, здоровье тела и духа, зарубежное образование, кавказское гостеприимство и личный бренд. Радио России, Карачаево-Черкесия, «Погода». По сообщению синоптиков, сегодня по Карачаево-Черкесии ожидается переменная облачность, днем местами кратковременный дождь, гроза. Во второй половине дня в отдельных районах сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалом 20-23 метра в секунду. Ветер западный 6-11 метров в секунду, температура воздуха 24-29 градусов выше нуля. В горах до 20 градусов тепла. В Черкесске днем кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха 26-28 градусов тепла. Это были главные новости Карачаево-Черкесии. С ними вас знакомила Руфина Ковалева.